Вот только что, пару минут назад, отбоксировал с спортсменом из Турции и одержал победу. Очень счастлив, что вот на этих соревнованиях одержал первое место. Как бой прошел? Бой, ну, достаточно так нормально. Ну, как-то до этого тяжелее было, то есть намного лучше. Хочу сказать спасибо своему тренеру, который даже вот там, в Киселевске, поддерживал меня. Мы с ним общались, даже вот на смс-ках он меня всегда поддерживал, говорил, все, давай, удачи, должен первое занять, ну я и первое занял. Покажи мне, спасибо. Спасибо.